Всегда на пятом слое было статичное напряжение, как я отсутствую. Динамичное напряжение курения, а токсины на пятом слое – это наркотики. Поэтому подвижное положение тела, в воде стоять, это надо по методичку сочетать, что делать. Тогда можно убрать пульс из пьянства, а если пульс где-то постоит, ничего не может быть. И пока он не бросит эту проблему, там не будет, потому что он открывается. Спасибо большое. Спасибо. Он живой? Стакан. На, еще возьми. На, еще. Копал он предыдущий, не общается. Ничего. Не сильно строго лежит, нормально? Да, там был мне вопрос, это как коротенький, да, вот, Андрей, по поводу медицины. Потом несколько лет назад, 5 или больше лет, мне нашли центрального клапана с регуляцией первой степени. Вообще это как поменять? Это как-то лечится? Или просто они не надо почитать мою статичку? Смелее, пожалуйста, подходите на сайт. Достаточно подробно начать читать, все можно устанавливать. Я не могу сейчас вам лечение дать, за 2 секунды. Ну, то есть это можно без всяких бичек просто... Не факт. Надо посмотреть, как вы будете, когда аскезы делать, что с вами будет. Если невозможно совершать аскез, то надо уже хирургически решать. То есть, ну, это все индивидуально. Это сложная болезнь, я сейчас могу вам ее вылечить за 5 секунд. Просто пообщаюсь с вами. Надолго. Он живой, он на чипе. То есть он находится в таком состоянии, что ему просто ни с кем не хочется общаться. Все. Это состояние продлится еще 9 месяцев. Потом оно пройдет по судьбе. Ну, то есть, если это началось где-то 6-7 месяцев назад, значит, я понимаю хорошо правильно ситуацию. Я до этого он чуть-чуть так общался, он всегда был замкнутый. Сейчас просто такая ситуация, но он же... Все, уже что-то это лечение уже кончается. Я не уверен, что можно планировать. Раз, сейчас я не вижу возможности восстановиться. Я не вижу такого. Вам надо дальше. Надо подходить на весеннее, Маташа, подходите. Берите. Ну, как бы, сколько вы ждете?
А, мистер. Берега, берега. Если он пойдет на контакт, начнет общаться, можно и прийти. Да, да, приходит. Мне с ним вообще не общаться. Надо общаться, почему? Пытаться восстановить отношения. Сложно, у нас проводят родители. Ну, тем более, да. Ну, что, трое детей. На разе троих детей надо общаться. Подходите за обучение. Дамы, Валера, надо а вы сняли или что? Посмотрите. Пытаться помочь. Да. 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 Так сказать. Унижаться. Не унижаться, а придется вот так же помочь. Все, мои хорошие, у меня консультация. Да, да, надо сюда проще, да. Все, секретарь, давай вот.